судный начальник, начальник патрульной полиции, процент Сергей Горолович. Это вы отсюда чули? Добре бы чули. Чекаєте? Я чую дозвонити. Чуєте? Чи вам зателефонували? Бачу, що люди. Да. Зараз заяву зареєструємо. Хорошо. Поки миром обійшлося. Будеш потягнути за добре. Мерця хорошо. Ну, хай рішає з ними, щоб вони не стартували. Трава, відкривай. Специально хотели убить. Добрый вечер. Заявы для нас. Заявы для вас. Ну, давайте. Тоже написано? Да. Хорошо. Что за инструмент? Двери. Симпатичні лейтенанти працюють. Ну, я думав, всі симпатичні пішли, а ви що залишились? Да. Здалека, що Єршов, короче. Сан Саныч, як ти думав. Да, похож. Вам ходять на ці заняття? Фізична підготовка. Блін, прикольно. Техніка у них стоїть. Ви здесь делали відео, да? Дальше толку. Заїжджалось. А он ничего не понял, да, он как-то... Не, это с собой четко чухает. Вот это... Табличку надо отбить. И в доблу послугого бить всего не... На шапку, так надо так... Ну, как это сказать? Постучал мне пропустить. Вы хотели, не, вы вызывали, да? Постучал мне пропустить. Кроме нашей мамы, ничего не было. Да, ничего не было. Еще один подвод. Смотри. Как работает? Миш, если она что-нибудь ничего? Ну, одно есть. Это. Еще одно. А, цель. Мужчина, вы здесь собрали? Да. Не мой, короче. А, не мой. А что такое нельзя? Видать, я хочу жалобу написать. Это не пиши. Ну, тогда вы... Строчка вовремя. Ну, вот, да? Одна книга. Книга скарбит, только за их. Пиши. А что, читать их нельзя? Можно, что не можно. Ну, так что вы отбираете здесь? Хочешь, чтобы написала? Чего вы людей отбираете? А я сейчас скажу скарбу, что у меня кто-то отбирал книгу скарбу какую-то. Только кто? Товарищ полицейский, можете узнать, кто это? Лично. Еще вот. Можете написать удостоверение? Можем. Представьте, пожалуйста. Заслуженный начальник, начальник патрульной полиции. Процент Сергей Горолович. Это ваше удостоверение так же было? Где? Вот только что, где? Вот это вот вылетало с... Вы спросили, кто я? Я вам представил. Я попросил ваше удостоверение, не спросил, кто я. Предоставьте, пожалуйста, ваше удостоверение. Достаточно вам всего. Предоставьте, пожалуйста, ваше удостоверение. Я еще раз говорю, достаточно будет вам. А пункт 18.3 закона Украины о полиции говорит по-другому, что недостаточно. Если особа звертается до... На пару баллов голос. Мы сейчас говорим. Кто так решает? Зам такие, как начальник. А чего вы так решаете? Потому что... А у меня столько для себя работы. Я с тобой нормально была. Не с тобой? Чего мне тыкать? Ну а что ты меня тыкаешь? Я особенно выучаюсь. Ну ты не говори на мене, ты же знаешь, на кого вы. Ну скажите нам ваше прізвище, мы запишем на вас скаргу, то есть. Может, будь ласка, пишите. Охуенный замначальник. Ты что ты матюкаешься? Так хочу. Ты же с тобой культуру не ладаешь, там пытаешься мне рассказать. Что ты матюкаешься? А ручку достать? Дайте ручку, пожалуйста.
Нет, ты мне Давид пишет, ты Матюкин. Потому что я так хочу, я что? Я стал охуенный начальник, что тебе? Я тебе ничего не говорю. Ну так держи себя в руках, пожалуйста, не напихайся. Пожалуйста, валите, пока нас прокуратура не найдет. А ты вали отсюда, чувак. Вали. Ты будешь так с жинкой своей общаться, с детьми будешь с вами общаться, вали. Ты же представляешь. Ты какую-то организацию представляешь, чего ты представляешь? Ваше представление. Что ты представляешь? Вы державу представляете, что ты представляешь? Удостоверение ваше. Ты кого представляешь? Себя я представляю. А что ты до мене вращаешь? Что ты до мене ты? Удостоверение ваше. Предоставьте ваше удостоверение. Я тебе представлюсь, а то достаточно будет. Посмотрим, что будет тебе. Пизда. Не матюкайся, прощаю. Ручка есть у кого? Да, мужики, давайте без, блядь, вопли. Это, он первый начал, или я вообще с ним нормально общался? Это самое. Ручка есть у кого-то? Без этого самого. Ну, просто это посвечение не предоставляю. Я не предоставляю, это пишу заявление. Он говорит, это достаточно, этого тебе достаточно. Лицо есть, все нормально, покажем, что наша полиция работает. В чем проблема? Ну, а что, ваши товарищи, скажем так, я с вами общался вполне вежливо и на вы. У меня есть тоже видео. Я с вами на вы общался. Я прошу вас. Матюкаться, пожалуйста, ведите себя адекватно. Послушайте, если вы какую-то организацию представляете лидер достойности, а не начинаете матюки тут пасти и рассказывать, какую зверхність показывать. Вы можете мне? Да, я слушаю. Я своему товарищу сделал замечание. Вы свидетель в цьому, правильно? Конфликт еще. Ну все, чем проблема? Вы зараз на службе находитесь? Мене викликали, тому що надзвичайна подія трапилася в районі. У нас нічого не трапилося на самому рівні. Надзвичайна подія. Це скажіть, а в чому сложність пред'явити служебне посвідчення? От вопрос простой. От в чому сложність виникає пред'явити служебне посвідчення? Якщо є закон, який требує пред'являти посвідчення служебне, от в чому сложність? Немає сложності. Ну так давай, яка сложность, что он кричит на меня? Я не кричал, я нормально все общался. Вот ребята стояли, смотрели, а сами нормально общались. Я сами нормально сказал. Хаму представляти, а не хаму не представляти. Якщо він хамить, ви можете... Я себе поважаю як людину. А з хамлом я не збираюся спілкуватися. Як він зі мною спілкується, так і я. Це дає вам право не пред'являти посвідчення? В даному случаї. Я повинен вам чого пред'являти посвідчення? Ні, не мені. Згідно пункту 18.3 закону про поліцію. Я представлюся. Я об'ясню, чому должны. Я вас перевіряю документи, наприклад, в даному случае. Я вас перевіряю. Чому? Ви не можете перевірити документи, пока ми не розуміємо, що ви поліцейські. Подивимося разом. Давайте. А у мене є телефон, що ти? Я ще принесу книжку. І як вони пішли тепер аттестацію? Дві штуки баксів. Тут теж? Ну так. Ну а чого ви так говорите, дві штуки баксу? Ви були там свідки, ми атестували мене чи я? Це ж ближче. Ви хто? Ти клоун? А ти хто, клоун чи що? Ні. Ну так чого ти починаєш відбуватися до мене? А ти чого відбуваєшся? Да, мужика. Ну і все, ну і все, ну ти розслабся. Куда ти? Ну бою, добре бачу. Та ти що, ти ж чуєш? Да, ми його чуєш. Так куди ми пішли, ми за законом, зараз вам покажемо. Я прочитаю. За своим законом. Прочитаю, я даже не знаю. А це бачиш, що зам і що начальник. Власна пога пара. Понимаете, что люди, которые не заботятся, не знают. А где они? Вон, что? Сейчас придем. Если вы на стороне, то вы являетесь нарушителем. Ебал. Себе, друг, на. Нет, дело в том, что я это. Я с ним вполне нормально общался. Более того, он у тебя начал вдруг Он книжку меня начал забирать. Я видел, что ты. Он у меня визуально зарисовал сам. Значит, посчитать, как бы, один раз быстренько вышел забирать. А ручку нам дайте, пожалуйста. Не, я прокуратуру сразу напишу, да и все. Он представился к вас. Время поставь, так куда отрывало. Рамона, покажи. Сюда тоже Багиева. Будет, кто читает. Они же читают. Не принял мир, пишут друг на друга. Смотри, он ушел туда, куда-то читать. Погрозили пальчиком. Походу он прочитал и понял, что он не прав. Короче. Признать свою вину, чем не позволяет. Скажите, пожалуйста. Нет, ручку я, наверное... Как его зовут, это человек? Это же авторитет. Кто именно вас, а? Замначальник. Проценко Сергей Петрович. Проценко Сергей Петрович, да. Проценко Сергей Петрович. Заступник начальника. Чего? По оперативной деятельности. Чего?
Примитивно или примитивно? Примитивно. Ты записывал? Конечно, все записывается. Ну все, погнали. Мне не надо сюда писать, шутка. Не сам не Погнали, ребят. Все. Кинь. Ты что, я пугался?